Кость, я понимаю, говорить тяжело сейчас, но все, чего не хватило, на твой взгляд, для того, чтобы другого результата добиться в Экси-Пакете? Не хватило нам, как это не банально прозвучит, везения. Мяч не шел в ворота, хотели забить даже, вратарю нос сломали, но отличная игра вратаря и какое-то невезение. У них то ли пас, то ли удар первый, залетел в девятку. Потом нам пришлось перестраиваться, бежать вперед, чтобы отыграться. В одной из контратак получили второй гол. Ну что, остается только извиниться перед всеми болельщиками. Не знаю. Постараемся дома сыграть лучше, победить. То есть после игры в раздевалке какой-то разговор состоялся между футболистами, между футболистами и тренерами? Мы между собой поговорили. Сделали определенные выводы. Надеемся, что в домашней игре будет везение на нашей стороне. И игра хорошая. Спасибо.